Вот эти полезные и классные товары ждут вас в этом видео. И по традиции в конце видео будет конкурс. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня мы посмотрим зимнюю подборку товаров для выживания, рыбалки и охоты с сайта AliExpress. Думаю, вы оцените. Все ссылочки на товары и на видео, как экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании. И в конце ролика будет традиционный конкурс. Приятного просмотра! И первым товаром у нас будет жилет рыбака. Это часть рыболовной одежды, а также удобные средства для транспортировки всевозможных снастей, приспособлений и рыболовной мелочевки. Жилет имеет горчично-песочный оттенок, который прекрасно маскирует рыболова. Новый тип молнии, используемый на жилетах, прекрасно защищает содержимое карманов от проникновения влаги. В передней части жилета расположено около 20 карманов, на которые можно разместить огромное количество рыболовной мелочевки. В верхней и задней части жилета находится надежное крепление для подсака. Оно присоединяется к жилету с помощью карабинов или магнитов. Термос объемом 800 мл. Прекрасно удерживает температуру благодаря стальной колбе и двойным стенкам. Подходит и для горячих, и для холодных напитков. Специально для этой цели у термоса имеются две крышки. Одна предназначена для холодных напитков, крышка-поилка, вторая для горячих. Закручивающаяся пробка, крышка-чашка. Крышка герметично закрывает термос и обеспечивает безопасность во время переноски или перевозки. Удобный ремешок позволяет носить термос с собой. Держит температуру до 12 часов. Годный комплект 6 в одном для готовки в походе на спирту. Все предметы складываются в миниатюрную печку-спиртовку. Это кемпинговый набор посуды, предназначен для одного или двух человек. Изготовлен из анодированного алюминия, твердый и легкий. Чаша может быть использована в качестве крышки. Компактный размер. Подходит для кемпинга, пешего туризма, альпинизма, пикника и других мероприятий на свежем воздухе в любое время года. Набор включает в себя кастрюлю на 0,9 литра, чашку с крышкой 450 мл, подставка, база, стекло, полотенце и чехол. Многофункциональная поясная коробка для рыболовных снастей. Порадует любого спиннингиста, который любит много двигаться или ловить в забродку. Закрепив коробку на поясе с помощью ремня, вы сможете передвигать ее по ремню в любом направлении. Плавный изгиб контура коробки позволяет ей плотно прилегать к вашему телу, не оттопыриваясь деталями, за которые можно зацепиться, и не раздражая впивающимися в вас острыми углами. Два основных отделения имеют отдельные крышки, которые открываются от вас. Одно из отделений имеет два съемных разделителя, на которые за тройники подвешивают искусственные приманки. Так они лучше хранятся и проветриваются. В другое отделение можно сложить упаковки с разнообразными мягкими пластиковыми приманками или использовать его для некрупных снастей или аксессуаров. Громкий двухканальный свисток выживальщика. Предназначен для использования в чрезвычайных ситуациях, требующих подачи звуковых сигналов. Он также подойдет для подачи сигналов между отдельными участками группы туристов, охотниками, спасателями. В данной модели нет никаких подвижных деталей, что способствует ее долговечности. Свисток может воспроизвести звук громкостью до 120 дБ, сэкономив при этом 30% усилий пользователя. Свисток не займет много места среди вашего снаряжения, ведь его габариты очень маленькие. Этот небольшой свисток может оказать неоценимую помощь в сложных ситуациях. Армейский тактический топор. Головка этого топора выполнена из нержавеющей стали, а его ручка из нейлонового волокна, благодаря чему очень удобно держаться за рукоятку. Несмотря на это, вес изделия составляет всего около 900 грамм. Приспособление идеально подходит для рубки дров и затачивания деревянных копий. Для удобства на рукоять можно намотать нить из паракорда, что позволит в нужное время отмотать веревку и использовать ее для строительства укрытий и ловушек. В комплекте идет чехол на обух топора, что позволит прикрепить его на рюкзак или для безопасной транспортировки. Мощный карманный фонарик. Отличный помощник в темное время суток или в темных помещениях. Луч этого светодиодного фонаря легко настроить под свои нужды, благодаря технологии фокусировки. Источником света в этой модели служит светодиод Cree XPL2 V6. Его яркость составляет 1000 люмен по заявлению продавца, а заявленная дальность освещения до 650 метров, насчет чего я немного сомневаюсь. И несмотря на это, фонарь действительно интересен. По типу питания фонарь достаточно универсален. Основным элементом питания является мощный литиевый аккумулятор 18650. В комплекте также можно заказать фонарь с зарядным устройством. Отличный зимний спиннинг. Подходит для любителей рыбалки легкими снастями.
относится к ультра-лайтовым снастям и имеет быстрый строй, что делает его отличной моделью для рыбалки на окуня с использованием джиговых приманок. Тест спиннинга лежит в диапазоне от 1 до 6 грамм, что позволяет с легкостью осуществлять дальние забросы, применяя очень легкие приманки. Как раз такими приманками чаще всего и ловят окуня, а также форель и голавля. Длина спиннинга составляет 1,68 м, что позволит использовать его во время рыбалки с лодки или с берега. В сложенном виде его длина составляет всего 87 сантиметров, что позволяет без проблем транспортировать его в руках или на автомобиле. Туристический коврик. Данная модель предназначена специально для сидения, поэтому вы можете использовать его в качестве основного аксессуара для отдыха. Коврик имеет складную форму, состоящую из четырех ключевых элементов, связанных между собой. По всей его поверхности расположены ортопедические подушечки, которые благоприятно влияют на здоровье человека. Благодаря этому вы можете комфортно расположиться в любом месте, вне зависимости от окружающей обстановки и среды. Туристический коврик изготовлен на основе пены и дополнен особым слоем подкладки. Коврик имеет небольшие размеры, а также удобно складывается. Раскладной табурет. Это легкий компактный стул. Несмотря на небольшой вес и размер, стул выдерживает достаточно большую нагрузку. Незаменимый атрибут любого отдыха, будь то рыбалка или просто пикник. Конструкция табурета устойчива и очень компактна. В сложенном виде очень удобно перевозить или хранить. Изготовлен каркас из стальной трубы 16 мм диаметром и 0,8 мм толщиной. Сиденье ткань, полиэстер плотностью 600 ден. Все материалы долговечны, ткань водонепроницаемая. Растворимая сетка для прикормки. Поставляется в водонепроницаемом зип-пакете в размотке 5 метров. Сетка подходит для всесезонного использования, растворяясь даже в самой холодной воде. При температуре воды в 15 градусов сетка растворяется от 30 до 40 секунд. Диаметр ячейки позволяет делать ПВА-стики из самой мелкой фракции. Сетка эластичная, хорошо тянется. При формировании ПВА-стика не рвется. Сетка полностью без запаха и не оставляет следов возле приманки. Водонепроницаемый чехол для гаджетов. Надежно защитит устройство от воды, пыли и грязи. Подходит также для хранения ключей, денег и документов. Чехол выполнен из прочного пластика с надежными фиксаторами, что гарантирует вашему телефону полную изоляцию от всех внешних воздействий. Его можно использовать в местах с повышенной влажностью, во время занятий спортом, активного отдыха, поездок. Материал, из которого изготовлен чехол, обладает хорошей сенсорной проводимостью. Это дает возможность звонить и отвечать на звонки, не теряя качество связи. Поставляется со шнурком. Муфта для рыбаков и охотников. Обеспечит комфортную охоту или рыбалку даже в лютый мороз. Отличная альтернатива обычным перчаткам или рукавицам. Также может использоваться в дополнение к перчаткам. Изготовлена муфта по специальной технологии, позволяющая сохранить до 90% человеческого тепла. Муфта удобно крепится на шее, оснащена регулируемым по длине ремнем. А поэтому это универсальное решение для пользователей разного роста и телосложения. Отверстие для рук имеет эластичный край, благодаря чему плотно фиксируется вокруг запястья и не пропускает внутрь холодный воздух. Легкая, компактная и портативная газовая плитка для походов, приготовления пищи на природе. Плата имеет устойчивую конструкцию, благодаря чему удобно использовать котелки больших размеров. Модель оснащена гибким огнеупорным шлангом, пьезоподжигом и футляром для хранения. Топливо – жидкий газ бутан от баллона 220 грамм, пьезоподжиг – регулятор мощности пламени, очень компактная и легкая. Область применения большая – в домашних условиях, на даче, на пикнике, кемпинге, в лодке, во время рыбалки и на охоте. Компактно складывается в сумочку, поставляется в жесткой пластиковой коробке для транспортировки и хранения. Рюкзак-стул рыбака. Это незаменимая вещь для рыбака, который все время передвигается с места на место. Легкий и надежный стул крепится при помощи двух защелок-фиксаторов к рюкзаку. Рюкзак выполнен из прочного водостойкого материала, имеет одно отделение, затягивающееся шнурком с фиксатором и закрывающееся крышкой-клапаном на защелках. Передний внешний карман на молнии и сетчатый карман на молнии легко разместят в себе множество необходимых рыболовных инструментов и аксессуаров. Также есть два вместительных сетчатых кармана по бокам, где можно переносить даже бутылки с водой. Для удобства транспортировки рюкзак оснащен двумя плечевыми ремнями. Непромокаемые носки. Это недорогое и эффективное решение проблемы промокшей обуви ног для рыбаков, охотников, туристов и любителей активного отдыха в весенний или осенне-зимний период.
Если ваши ботинки или сапоги насквозь промокнут, они станут отличной заменой сухой сменой обуви. Главный функциональный слой – мембрана. Именно она делает носки водонепроницаемыми и, главное, отвечает за эффективное потоотведение. Работает эластичная и прочная мембрана благодаря разнице температур внутри и снаружи носка. Именно поэтому не рекомендуется одевать носки поверх обычных. Новинка от китайских ножеделов – копия ножа «Мамба». Клинок из стали, которая обладает большой твердостью, прекрасными режущими свойствами и высокой коррозийной стойкостью. Массивная рукоять с остальными лайнерами и накладками из G10 с характерной выемкой под указательный палец. Осевой подшипник, съемная однопозиционная клипса для удобного ношения на кармане. Копия ножа «Мамба» – это красивый и качественно собранный нож, который радует превосходной механикой. Отверстие под темляк есть аж 6 в один ряд. Фирменная фишка дизайнера, плюс дополнительное приспособление на торце рукояти. А вот и традиционный конкурс. Приз конкурса – 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой у вас интернет-провайдер. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!